столице стартовал 6-й фестиваль по национальным видам спорта. В турнире, который проводится каждые 4 года, принимают участие 1300 спортсменов из 17 регионов страны. Программа включает в себя 11 видов спорта. В их числе удраспах, жамбаату, цингиалу, байге, казахская борьба, стрельба из лука и охота с ловчими птицами. Честь Северо-Казахстанской области защищают около 100 человек. В данный момент из 19 участников Жекпе-жек 7 взяли путевку на полуфинальные бои. Надеюсь, что наши спортсмены покажут свои бои, свои умения в финале. Болейте за нас. Имена победителей будут известны 10 сентября. По итогам фестиваля будут определены 3 лучших региона страны – Камила, Карим, МТРК.